Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 31 октября». Для тех, кто пропустил мое предыдущее видео, хотел бы сообщить хронику массированного ракетного обстрела по территории нашей страны со стороны Российской Федерации. Киев. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ударе по критической инфраструктуре столицы. Также есть прилеты в пригородах Киева. Харьков. Есть удары по критической инфраструктуре. Об этом заявляет мэр города Игорь Терехов. Запорожье. Нанесен удар по городу и поврежден объект критической инфраструктуры, заявляет председатель ОВА Старух. Винница. Над регионом сбита ракета, которая затем упала на гражданские объекты, но погибших нет, заявляет глава областной военной администрации Борзов. Николаев. Известно о взрывах. Одна из ракет, вероятно, потеряла контроль и повернула в сторону России, заявляет Виталий Ким. Светловодск. Кировоградская область. Пострадал объект критической инфраструктуры, председатель ОВА Райкович. Также есть официальные сообщения о сильных взрывах в Житомире, взрывах в Ровенской и Львовской областях. Это, скорее всего, была работа ПВО. В результате утренних ракетных ударов по Украине пострадало 13 человек. Про это в эфире телемарафона сообщил глава национальной полиции Игорь Клименко.